Так, всем здорово. Снова на канале Никита Земляной. Сегодня мы пройдем с вами по Avermedia Game Life HD по установке драйверов с официального сайта. Вот сверху я вывел официальный сайт armedia.com.ru/tv-more. Ссылка будет в описании снизу. Можем будет сразу перейти. Тут есть две категории. Первая категория — серия продукт, выбираем игры. Вторая — выберите вашу категорию продукта. Выбираем захват и трансляция. Выбираем свою приставку. У меня на третья. C985. Снизу вот написано приложение драйвера, движок потоковой передачи, прошивка, руководство пользователя, технические данные. Скачиваем сразу, говорю, самую последнюю обновление. Прошивку тоже можно будет скачивать. Там установить. Я не скачивал, я просто обновление скачал, самое последнее. Последние 2-3 обновления были бета-версии. Я не хотел их, так сказать, скачивать. Скачал 2015 года прошивку. Не бета. Установил, она мне не пошла. Так что скачиваем только последнюю версию. После скачивания устанавливаем, появляется вот такой значок Avermedia Recenter. Итак, всем здорово. После прокачки драйверов, закачки, заходим в свой Avermedia Recenter. Тут слева видны иконки новости, запись, трансляции и видео. Видео — это куда сохраняется, отдельная папка. Так, и вот чуть правее сверху, где можно закрывать, тоже есть четыре, так сказать, иконочки. Первая — это устройство захвата, оно нам вообще не надо. Вторая — это, так сказать, общие настройки, язык, потом прозрачность самого интерфейса. И вот справа то, что нужное самое в этой программе, это хранение записи. Можно выбрать любую папку, куда угодно. Сверху запускать Recenter вместе с Windows. И снизу профиля. И слева там экранные индикаторы, которые будут гореть во время трансляции, там записи и так далее. Запись. Тут есть мастер, пошаговый выбор, опции и авто. Нажимаем мастер. Тут, так сказать, появляется у нас записывать вот три, так сказать, как три функции. Этот ПК, потом другой ПК, но мы еще не будем переключать, игровая консоль. И полностью описано подключение. Вот справа, которые идут картинки. Вот там идет источник видео. HDMI или DVI. Захват. Вот сейчас мы видим вживую, ну как сказать, впрямую то, что вот идет полностью захват видео. Потом так, изображение это выбирать цветовой диапазон 16x235 или расширенное на 0x255. Источник аудио тоже выбирается, устройство захвата, либо системный звук, который идет с Avermedia, с карты захвата. Если мы выбираем устройство захвата, там будет HDMI, вот сейчас увидите, или аудио. И тут уже сами делаем микрофон и громкость винды. Потом видеопоток, тут идет формат, который у нас есть, TS и MP4. MP4 выбираем, так как самый расширенный и качество намного лучше. Разрешение 1920x1080, битрейт видео самый высокий 60. Я пока поставил на 20. Битрейт аудио ставим до конца и фреймрейт тоже до конца 30. Ой, на 30 оставляем. И потом так, это у нас куда сохранена папка видео. Он показывает, сколько мы можем записывать часов, минут. Занято 112, свободно 125. Можем записать 14 часов. При изменении характеристик будет расти в меньшую и большую сторону. Ну и тут горячие клавиши. Что обозначает, что нет. Так, все понятно. Так, сейчас. Потом трансляция. Точно так же. Мастер. Тут уже идут настройки, опции. Так,
Тут идет формат сам, качество битрейта, фреймрейт, битрейт аудио, видео разрешение, все точно самое, как и просто в записи. Вот, также запись нажимаем, можно автоматически все настроить, можно опции нажать. Тюк. Справа выходит формат, разрешение, битрейт видео, битрейт аудио, фреймрейт. Слева конфигурация, этот ПК, другой ПК, игровая консоль, источник видео с HDMI или DVI, снизу горячие клавиши и откуда будет воспроизводиться звук. Также можно отдельно потом, у меня сейчас микрофон не подключен, с подключением микрофона воспроизводить свой голос в отдельную папку. Ну не папку, а отдельно создавать файл. Потом что у нас тут есть? Ну снизу написано наши настройки. Тут у нас профиля идет. Ну, трансляция. Если можем нажать. Можем выбрать, куда стримить. Twitch, Ustream, Custom RTM, Nico Nico, YouTube Live и Hitbox. Вводим там прокси свои, логин пользователя и начинаем стримить. Ничего сложного нет. Самое главное, вот я показал, откуда скачивать драйвера. После их скачали, перезагружаем комп, включаем и пользуемся. Спасибо, до скорого.